15 августа, понедельник, прогноз и рекомендации. Обобщение рассуждения прежних дней сегодня приводит на новый уровень восприятия всего происходящего, в том числе энергетического потока дня, а гексаграмма дня «Рассвет» подчеркивает всю благоприятность ситуации. Это не абстрактные слова. Новый энергетический уровень имеет сугубо практическое применение. Например, можно стать таким спикером, что люди будут доверять, внимать каждому слову человека. Смогут спокойно следовать за ним, будучи уверенными в его словах. Можно просто выйти на такой уровень контакта с людьми, независимо от своей профессиональной деятельности. Что одним словом вы сможете их воодушевить или даже исцелить. Хорошая психологическая поддержка. Если же это направить на общение с близкими, то это даст способность разрешать самые сложные конфликтные ситуации в семье. Солнышко находится в 4.4 в экзальтации. Оправдание. Занятый ум находит ответы на все вопросы. Вы можете обосновать любые решения, порой выходя за рамки логики. Вы находите ментальные формулы, порой реалистичные, порой не очень. Для каждой конкретной ситуации. Реализуем через 49.4. Подготовка, накопление энергии и создание стимулов для радикальных перемен. Поступая по совести, вы обогащаете общество. Проявляя меркантильность, вы истощаете его. В целом транзит дает очень большой заряд на творчество. У вашего самовыражения есть собственный распорядок, отражающий фазу Луны. Когда вы творите в разных сферах жизни, вы самым естественным способом очаровываете других людей. Вы очень явно выражаете свои интересы, но стараетесь не брать на себя обязательства. Выносливость. Вы можете справиться с бурей эмоций, когда вы смирите свои импульсивные наклонности. В целом, энергия сконцентрирована на индивидуальных процессах. Важно не отвлекаться на чужие эмоции. Деньги имеют второстепенную важность. Самое главное – не упустить момент, создать что-то действительно уникальное. Ведь канал Алхимика 2.14 и направление создается Ураном и Землей. А значит, Солнце дает нам подсветку и ясность в этом вопросе. В транзите три канала, и все три зафиксированы и сознательным, и бессознательным. Это значит, что и телом, и умом мы понимаем, что сейчас время для конкретного действия. И это понедельник, день Луны, когда очень важно вспомнить о маме, поблагодарить ее за жизнь, за заботу, за процесс скармливания, вспомнить о своем внутреннем спокойствии, может быть, вспомнить своего внутреннего ребенка, о своих детских каких-то мечтах, о жене, если вы мужчина, или о себе, если вы женщина. Для женщин очень благоприятно брать выходной на понедельник. О детях, если вы родитель, пейте молоко и старайтесь побольше времени проводить у воды. Старайтесь принимать водные процедуры утром и вечером. Например, душ утром и полежать в ванне с какими-нибудь ароматическими маслами или с морской солью вечером. Или принять вечером теплый душ, расслабляющий. И рекомендация носить по понедельникам жемчуг и белую одежду. Вот поскольку немножко похолодало, я не совсем белая. Вот, Луна находится в Рыбах. Лучше всего такое время действительно проводить побольше у моря или океана, или хотя бы у озера. Это дает сильную интуицию, талант, может быть, любовь к музыке, успокаивающие медитации, тибетские чаши, все такое высокодуховное. Вера в то, что помимо нас есть какие-то другие неведомые силы. Вера в Бога или вера в знаки, кто во что верит. Но Луна меняет знак, и ближе к ночи проснется инициативность и активность. Старайтесь не блокировать внутренние импульсы на то, чтобы что-то делать. И это 19-е лунные сутки. Удерживайте свою силу. В целом это сложный день. Энергетика дня может на время затмить для вас ясное понимание происходящего. Есть опасность стать жертвой обмана, мошенничества или ненароком причинить вред себе или другим. Лучше сокращать общение до минимума, поменьше разговаривать, побольше времени проводить наедине с собой.
надо постараться не поддаваться стрессам, источником которых в этот день может быть немало. Отгоняйте мрачные мысли прочь, но и не стремитесь к бурному веселью. Лучше всего заняться чем-то спокойным и приводящим вас в умиротворенное, ровное состояние. Вот я опять же скажу про тему музыки с определенными частотами, которых на YouTube очень много. Они очень круто влияют на внутреннее состояние, и я их рекомендую. Они есть под разные запросы. Они есть для повышения настроения, для гармонии. В общем, их там очень-очень-очень много. Общение с природой в этот день поможет вам избежать всех дурных влияний. Причем ваша встреча с природой может быть воображаемой, если у вас в физическом пространстве такой возможности нет. Для этого существуют практики визуализации. Есть опасность отдать слишком много сил людям, которые захотят что-то получить от вас или за ваш счет. Поэтому нужно позаботиться о защите от чужих воздействий. Постарайтесь избежать такого общения. Если вы встретите откровенное зло, то лучше не входить с ним в открытую конфронтацию, потому что именно сегодня у вас на это просто может не хватить сил. Постарайтесь уклониться, и так вы сбережете свой самый ценный ресурс, время, силы, энергию, и не станете жертвой разрушительной энергии. Можно сделать практику для 19-го лунного дня. Луна находится в созвездии Уттара-Бхадрапада, которая благоприятна для тихой, умиротворяющей деятельности, медитации, развития экстрасенсорных способностей и исследования потустороннего мира. Благоприятно давать обещания, обеты и обязательства, включая супружеские, деятельность, которая требует поддержки других. Но не забываем, конечно, поддерживать себя тоже, чтобы не истощиться. Строительные работы благоприятны, вход в новый дом, финансовые сделки, начинание в сфере искусств, сексуальная активность, выбор имени для ребенка или организации, посадка растений, садоводство, лечение болезней. Неблагоприятная деятельность в этот день. Судебные процессы, решение вопросов с недоброжелателями, действия, которые требуют быстрой и стремительной реакции. Тут немножко наше внимание замедляется, и поэтому все резкое, такое мельтешащее, оно будет немножко провоцировать на деструктивчик. Неблагоприятно играть на бирже или какие-то азартные игры. Одалживать деньги тоже не очень хорошо. И очень важно следить за питанием, потому что оно влияет на наш эмоциональный фон. Следить за гневом и особенно за тем, чтобы брать на себя только то, что реально выполнить, потому что это созвездие управляется Сатурном. А Сатурн такой служащий товарищ, который может и последнюю рубашку отдать, и все силы отдать. Вот, и у человека потом ничего не останется. Поэтому рекомендую регулировать этот момент. И Луна находится в Рыбах. Аффирмация такая. Я освобождаюсь от потребности искать у новых людей новые места и новые вещи. Я разрешаю себе осознать и признать мои чувства. Я медитирую охотно и регулярно. Я ценю свои творческие способности и нахожу им выражение. Я ощущаю и осознаю свою связь с Божественным началом. В качестве зрительного образа можно представить себе золотой светящийся шар. А я желаю, чтобы у вас этот день прошел в радости, легкости и великолепии.